В Международный день защиты детей в Сланцевском парке культуры и отдыха прошла театрализованная программа, где зрители вместе с персонажами капитаном Врунгелем и его помощником Ломом побывали в кругосветном путешествии. Не обошлось в программе без пиратского захвата корабля и морских испытаний, после которых маленькие зрители вызволяли заколдованных выступающих – детские, танцевальные и вокальные коллективы. Импровизированная морская волна «Почти девятый вал» принесла на сцену ансамбль «Веснушки» с песней «Музыка река». Потом, хлопая ладошками, вызвали грозу и развели тучи на небе руками, ногами, выступлением студии эстрадного танца «Алиса». Все выступления в игровом кругосветном путешествии вызывали нескончаемые аплодисменты и праздничное настроение. В День защиты детей в парке работали всевозможные аттракционы и были организованы тематические детские площадки. Ждем вас!